have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы чувствуем прилив сил. И, кстати, да, я немножечко опять почитал комменты, спасибо, что реагируете, пишите. Да, руина, да, согласен. Но, во-первых, кстати, как определяется, на какую руку одето кольцо? Если я потерял руку, не могу ли я потерять кольцо вместе, собственно, с этой рукой? То есть, вот этот значок, кстати, у мага, я еще не уверен, что это такое, но это уже другое дело. Вот, кольцо стелой крови, оно у нас осталось, оно никуда не делось. Так, на тебя я одевал монокль, щит, длинный меч. Оптимизировать, да, отлично. Очень печально, что это так работает. В игре продумано очень многое, но почему-то именно вот эта штука... Стоп, а нам... Нет, а нам в тюрьму как раз, потому что нам нужно будет по лесенке спуститься. Поэтому пойдем в эту сторону. Насчет факелов, да, вы абсолютно правы. У меня их много, мне нечего их экономить, чтобы немножечко хотя бы оптимизировать трату психики, потому что психика у нас наша же манна, и нам не стоит ее так слегка голоден. То, что слегка... Ничего не осталось. То, что слегка, то мне как-то не особо. Да, насчет скелетов, опять же, ребят, я абсолютнейше не против поиграть со скелетами и зомбаками, ну, в смысле, этими гулями. Я не знаю пока что, как мне прокачать некромантию, как базовое умение. То есть, вместо того, чтобы говорить, что я руина, потому что я не прокачал там что-то, лучше скажите, как что-то прокачать. Так, это у нас обратно в дерево. В смысле слабеет? Вы чё? Вы как... Чего вы жрете, как слоны-то? Так, гнилое мясо, кстати, можно будет, наверное, и выкинуть. ХПшка у него целая, на тебе просто пирожок, этот, хавчик. Такого черта, иди сюда. Он не успел наесться, и он его еще и боится. Нормально, да? Давайте мы ему сначала поотрубаем, что можно отрубить. А фиг ли ты первый кусаешь-то? Ай, два заражения крови накинул. Ну ты серьезно? Ой, извините, ребят. Да, мы его убили, но мне это не подходит. Подождите. Так, мы вроде опять тут. Но эта штука не хотела уходить никуда. Я подожду, пока оно свалит. Ну блин, ну серьезно. Ну это просто бред какой-то. Почему оно... Ну, ладно, то, что оно нападает, черт с ним, это понятно. О, кстати. Ну-ка, запрещенность, решит древний город, бла-бла-бла. А что нам даст ритуал сойти это, если что? Я бы... К черту, мы все равно недалеко от сохранения. Давайте попробуем. Проявить любовь. Да, пожалуйста. Ни за что, ни за что! Зачем только думаешь, что я просто отвратитель? Понятно. Интересно, у меня с ней отношения после этого испортились или нет? Так, на, покушай тоже немножко. Да, блин, ты уже назад пришел. Стой, давай мы тебя пропустим просто. Ты пройдешь, и потом я пройду, и все будет нормально. Дарс, у нее же боязнь к любым проявлениям любви, романтики, чувств и взаимности. Это единственная женщина в команде, и, блин... Такая лажа. Блин, эти твари на меня могли напасть, я забыл про них. Ха-ха. Куб глубин применяем, открываем, да. Поехали. Да, ребятушки, есть тогда еще...
Ой, блин, и про это место тоже забыл. Есть тогда еще одно такое небольшое объявление. Знаете, в чем прикол? Сейчас я уверен, что вы заметили тот факт небольшой, что серии стали выходить немножечко пореже, не совсем регулярно. На самом деле, можно это считать неким, скажем так, творческим кризисом, что ли. Так, а это нужно в этом времени делать или... Чёрт! Стой, скотина! Отравленный дроид... А все отравлены! Отрубайте ему сначала все руки. А могли сначала ему отрубить, чтобы он не ударил? Сначала ему говорят! Погодите, так, значит, Рангваль. У тебя обе руки на месте? Давай ты его ударишь, Дарс. Ударь по ногам. Кахара. По второй ноге. Отлично. А почему у меня жрец не ходит-то? Все, убить его уже. Мне их всех лечить теперь, обалденно. Так, кусок ткани за... Остановить это? У него еще и заражение крови. Это просто офигенно. А сколько у меня зеленых тряпок? Ой, зеленых тряпок, зеленой травы. Мало зеленой травы. Это очень фигово. Флакон с водой. Погодите, а разве флакон с водой не так работает? А, это белый флакон очищает, извиняюсь. Я сейчас как раз все три потрачу. Я красавчик. Такой перец, вроде он тут то ли один, то ли что-то такое. В общем, печаль. Опускать. Шинель существа, также дротик. Не буду его бить. Шинель — это что-то хорошее? Ну-ка, подожди. Шинель, деревянный бак... Погоди, деревянный баклер? У меня же руки не... С шинелью что-то не все так просто, да? Оптимизировать. А, не может держать. Ну все, все, нормально. Теперь тело. Надо бы подлечить их, но я не знаю, может быть магией, может быть... Есть еще черника. Синие травы, из которых можно было... Так, метательный дротик отряд, хорошо. Смесь красной этой. Можно вот, это, вот так вот сделать. Это его полностью вылечит, да. Можно один синий флакончик сюда потратить. Окей. Возможно, это слишком растратно, но ладно. Так вот, у меня сейчас две игры. Скажем так, не то чтобы они мне не нравятся. Это было бы несправедливо сказать. Никак не разрушить. А, иди ты к черту. Скажем так, не нравится мне только одна. Я сейчас говорю про... Второй проект, который он сейчас на канале. Если кто его смотрит, то вы понимаете, что он мне откровенно не нравится. Поэтому у меня нет какого-то... Блин, мне маяк нужен, чтобы повернуть, да? Да. Так. Иди сюда. Вот. А вторая игра — это вот эта. Вот эта игра мне, наоборот, нравится, но... есть небольшой нюанс.
кажется, не начинает он сходить с ума, все нормально. Насчет Fear and Hunger, эта игра очень под настроение, очень ситуативная, раз, если можно так сказать. Поэтому... Убьем... Кто там? Кахара у нас... Кахара расслабляется. Кахаре хорошо. Скажем так, во-первых, она очень сильно поглощает время. Я вам уже говорил об этом, что на записи одного часа геймплея у меня уходит в среднем 2-2,5 часа реального времени. Офигеть просто. Во-во-во-во. Мне кажется, просто огромным. Целый город. И как такое место скрываться от внешнего мира? Никогда не слышал об этом месте, но судя по архитектуре, это место очень древнее. Узор на стенах и на плитах тротуара не использован в постройках. Давние времена, времен других богов. Но что-то их есть совсем иное. Подобные узоры мы не видели уже в другом месте, что-то потерянное при переводе. Как будто они были дешевыми копиями. И дешевыми копиями. Так... Опять же, извините, я сбиваюсь с мысли, потому что игра меня отвлекает, я не хочу что-то пропустить в игре. Вот, два голубых флакона, это круто. Так вот, что я предлагаю? Насчет Реквиема я еще не уверен, что я хочу делать. И мы еще посмотрим. Так, нужно маяк вращать. Вот, насчет Fear and Hunger, у меня более-менее сформировалось, что я хочу от этой игры. Я, наверное, ее перенесу на субботнее расписание. Вот, таким образом, у меня будет немножечко больше... Еще одно кольцо проклятое, круто. Больше времени для того, чтобы подобрать, скажем так, настроение под запись, с одной стороны. С другой стороны... Обрушилось, блокировать. Всядька, да. С другой стороны, ну, как бы, ну, этот контент тогда будет, наверное, что ли, более качественным, и я буду с большим желанием его выпускать. Позажигаем тут все, потому что мы тут будем еще много ходить. Вот. Вы видите, что контент и так выходит сейчас в среднем раз в неделю. Так будет раз в неделю, но я буду чувствовать, что это правильно. Так что, наверное, вот так. Вот эта серия выйдет еще по расписанию, как обычные серии, а следующая серия выйдет уже в субботу. Вот. Так, нам рычажок сверху, который я помню, вроде как, надо будет это... Собственно, вот такое объявление, которое затянулось минут на 10, но я думаю, что вы не потеряли мысль. Ой, привет, чел. Я тебя тоже помню. Тут же у нас будут эти куклы, которые я их ненавижу. Они тоже вешают отравление. Свиток Берсерка. Хо-хо-хо. Кстати, я случайно, вот пока сейчас это заглянул, Рангвальд у нас тоже голоден. Давайте мы ему... Черничный пирог тебе не надо. Может, что-то... О, у меня же есть жареное мясо где-то. Сейчас, секунду, ребят. О, у меня есть жареного мяса куча. Можно людей кормить жареным мясом. В принципе, все должно быть нормально. Ой, блин, Вельзевул, это чтоб его... Его еще и двое боятся. Говна кусок, я забыл про тебя. Так. Вот я про него реально забыл. Я бы на самом деле сейчас больше бы использовал какие-нибудь эти капканы, стрелы и всякое такое. Было бы гораздо лучше. И поскольку я сюда пришел не с максимальными оружками, то у меня сейчас... значит, умение, излечающий шепот, да. А ты, пожалуйста, отруби ему голову. Все отрубите ему голову, раз он сейчас ослаблен, у него ног нету. Есть! И убейте его нафиг. Фу. В смысле, он же не будет атаковать напоследок? Да, конечно, будет. Конечно же, монстр, которому отрубили голову, он будет атаковать напоследок.
Тварин, я забыл про этого Вельзевула. Так, у жреца разум потек. Мне нужно ему... Да, ребят, кто говорил, что, типа, закончится алкоголь, закончится это, и все, и ГГшечка. Пожалуй, да, я с вами не буду даже спорить, но... Блин, так получается, что мне в этот раз 4 человека, которым всем четверым нужно что-то жрать, что-то это... Посмотрим. У меня, по-моему, не было ни разу прохождения, в котором у меня было бы именно 4 человека. То есть всегда у меня какие-то то собаки, то девочки, то маги, то еще какая-то белиберда. Обыскать сырое мясо, что тоже неплохо. Освежевать. Мех повелителя мух. Мех-мух. Там, по-моему, были еще какие-то эти вельзевулы с цветочками. О, перо. Отлично. Так, тут где-то дырка в стене, или это уже в параллельном времени? Там, где девочку будут похищать. Ну, будут. Мы ее уже продали успешно. Опять огнив. Ну, уже не зря. Хорошо, ничего стоящего. Жаль. Щит... погодите. Так, во-первых, броня. Мех повелителя мух. Давайте мы сделаем одежду из него. Шкура гуля. Да, наверное, нет. Сделать предмет, что я могу? Из двух синих трав. Я могу сделать такой, давайте я сделаю. Муки нету. Фиолетового флакона нету. Красного флакона нету. Вяленое мясо. Вялое мясо. Так, из двух синих флаконов один голубой, это мы знаем. Я могу смесь трав, кстати, еще сделать лечебную. Рагу. Страницы. Я могу еще это сделать, но мне вроде пока не надо. Так, экипировка. Нет, вот это. Щит паука. Погоди, кто у нас щит? Нет, ты у нас двуручкой ходишь. Ты? Вот, щит с орлом. Щит с орлом еще и лучше, оказывается. Оптимизи... Нет! Нет! Оно само оделось! Почему? Игра! Нет! Это было крайне нечестно. Ну, теперь у меня двое без кровотечений. Черт. Так, кстати, да, рыцарь, слабеет от голода. Не надо никому слабеть от голода. Успокойтесь, у меня куча жареного мяса. Пока что куча. Тушеное рагу можно вот умять, например. Так, мрачный рыцарь внимательно наблюдает за тобой. Приветствую. Нет ответа. Чувствую, что рыцарь потерял свой разум. Это для квеста, мы этот квест уже выполняли, но я не помню сейчас. Он... Ой, бутылочку виски нашли. Он на нас накинется или нет? Просто убейте его, пожалуйста. Так. Аккуратненько, аккуратненько. Масло находим. Слегка голоден. Супер. Да, давай. У нас они есть. Ай, я пожалею об этом. Камень душ. Блин, это я уже два раза угадал. Так, а... Из-за того, что я использую магию, он у меня постоянно в неадекватном положении, этот маг. Кстати, насчет лука, да, спасибо, что подсказали. Нужно будет попробовать его экипировать. Где сраная трубка? А, вон она. У меня осталось только опиум, кстати. Да, жрец тьмы. Не надо! Дядя! Ай, я помню, что с ним не все так просто. Так, разум сотка.
умение. Давай сферы тьмы по этой руке. И ранг Вальза у нас он с двуручным. Давайте двуручную по этому. Дар с одноручным вот этот двуручным сюда. Нормально. Открутили одну руку. Вторую руку тоже открутили. Этого рыцаря, его прям плохо убивать. Это я помню, чувак квестовый, но я с ним сейчас ничего не сделал, потому что нужно было раньше шевелиться. Ай, чем ты меня ударил? Чем? Блин, знаешь, как черный рыцарь из Монти Пайтона. Назовем это ничьей. Там мне что, поджопник прилетел сейчас? Что это было? Ты еще и промазал. Человек без рук и без ног. Как ты по нему промазал? Скажи мне, пожалуйста. С него можно вроде как сейчас темную шапочку подобрать. Какую-то хорошую. Да, хочу использовать камень душ. Хорошо. Обыскать. Короткий меч, длинный меч, мрачный доспех, мрачный пациент. Ну да, шапочка. Так, освежевать. Нет смысла жевать рыцаря. Я не хотел его бить, у меня просто рука-нога соскользнула. Так, насчет предметов. Оптимизируй, пожалуйста. Вот. Меч. Так. Короткий меч, длинный меч. У меня длинных мечей уже 3 получается. Вот она в мрачный доспех вся оделась. Окей, мне это подходит. Кожаный доспех, монокль. А почему монокль вместо очков? Чем он лучше? Немного повышает точность. Сильно повышает точность. Так в чем прикол? Я не пойму, почему. Вроде оптимизировать, это значит поставить что-то лучше. А, ну, в данном случае с моноклями и очками ответ разве не очевиден? Так, кстати, одежда из шкур чудовищ звероподобных созданий. То есть у меня кожа стражи, одежда из шкур, вот она. От чудовищ и звероподобных, отлично, супер. Хорошо. Вот, да, я же говорю, я не помню, тут вроде выход был, вот этот выход. А тут можно бросить к камушек. Камень издает из звука. Кажется, эта пропасть уходит очень глубоко. Прыгнуть было бы, конечно, очень умным здесь. Так. Давайте поисследуем пока в таком состоянии. Тут вроде еще один... Да, еще один Бельзевул ходит, но это с цветочком на голове. Я уже очень давно не сохранялся. Я не уверен, хочу ли я с ним драться. Подождите. Так, травы пособираю. Да, там грибы, там всякое такое. Я к нему еще вернусь. Синие травы. Это все просто замечательно. Вот это место, где можно будет прокрутить куб. Тут куча грибов. Там еще один Вильзевул. Мне это не надо. От него, кстати, можно будет избавиться прямо сейчас, прокрутив. Но я... Секундочку еще. Эль, это супер, белый флакон тоже хорошо, синие травы, да, тут с лутом, кстати, неплохо, совсем неплохо, но он и расходуется тоже очень хорошо, поэтому что далеко за мной не пойдет, надеюсь, поэтому посмотрим, как оно вообще все будет. Здравствуйте. Изорванное тело. Он мертв уже давно. Это, пожалуй, один из гулей, которых можно было бы поднять. Опиум.
голубой флакон. Изучить. Так, что у нас получается, кстати, по телу. О, тут можно. А кого, кстати, выбирал? Сильвиан? По-моему, Сильвиан. Закончил молиться. Хорошо. Да, так, минуточку. Кахара. Какого черта? Может быть, еще этих из грибов натушить кучу всего. Тушеное рагу. На, держи. Надо будет сохраниться. Минуточку, сохраниться можно в башне. Там направо. Это уже библиотека? Это уже библиотека. Братство оригинал. Честно говоря, мне бы просто где-то здесь сначала сохраниться. Сохраниться можно было там, где Бельзевулы ходят. Сохраниться можно было... О, нет! Я же вышел! Я не хотел! Ах ты, говна кусок. Так, ладно. Не промахнулись. И на том спасибо. Оставили без рук. Оно сейчас нарыкает на кого-то. Давайте мы, пожалуйста, ему по голове не промажем. Все четверо. Блин, его ж не... Я только сейчас это вспомнил. Его нельзя бить по голове. Черт, у меня остался флакон. Я ж подбирал вроде, да? Белый. Я забыл. Ничего ценного, отлично. Старинная книга. Словно зов сирен, книга зовет тебя. Жуткие кожные обшивки не оторвать взгляда. Что-то мы давненько ничего не читали. Не то, чтобы я прямо сейчас это буду читать, конечно, но все-таки. Старинную книгу мы будем читать после сохранения, если что. Знаем мы такое. Доктрина о живом. Это можно бы прочитать, кстати, и сейчас. Во-первых, братство. Дневник. Они по... Не по алфавиту. Погоди. Вот, доктрина живому вот тут. Это мои исследования живому и создание искусственной формы жизни. Подобная возможность повысить человечество и избавить его от собственных границ. Мы это читали, по-моему, изучение Альмера, ну, учение Альмера, да? Когда был человеком подобное исследование. Это который мозговитый паренек, живущий в библиотеке, пишет. Это вот он и есть вроде Альмер. Моральные этики искренне верят, что это последний столб, который отделяет человека от божественного статуса, быть равным Богу или даже больше. Древние правители Танан создали жизнь еще за раннее время. Это было, ребят, это тут про големов, про то, как создавалась жизнь, и про то, как ее вдыхать, это было. Из того, что я помню, братство, тоже, по-моему, мы читали. Повесту событий 809 года после рождения вознесшегося нашего Христа. Братство Франсуа, Нильван, Вальти, Чамбара, измученные, а также пятый. Так... Да, я помню, мы это тоже читали. Более-менее в голове мне это сходится. Так. Короче, с одной стороны, по голове их бить нельзя. О, анатомия. Лучшая медицина? Анатомия? Или... Ну-ка. Собрание знаний Гомера из Абиссонии. Симптомы, эффекты.
спутанное сознание, сотрясение, перелом или сломанные кости, кровоточащие раны. Кстати, если мне не изменяет память, то все наши прохождения до этого у всех ребят были сломаны кости. В этот раз у нас только одной руки не хватает. А так все нормально. Отравление, паротические кишечные черви, оглушение. Заражение ран на руке, заражение ран на ноге, слепота или травма глаза. Симптомы. Тяжелая психическая травма, тяжелая физическая, сильное анальное кровотечение. Временный паралич, сильное отравление токсинами. Различные стадии голода, различные стадии страха. Не охватывает всего ореола симптоматики, поэтому рекомендуется принять ее исключительно как сторонний справочник. Ну и понятно. Тут тебя убить может все что угодно прям. Учение Грогорота. Магия крови и цветов. Не знаю почему. Не угадал. Жаль. Грогород. Кусок ткани. Деревянный баклер. Синие травы, за что я благодарен. Спасибо. Это у нас ко второму этажу. Там еще у нас будут ходить эти колокольчики, да? А, ну-ка. Хорошо. Путь в Махабре. А, это и есть тот самый телепорт? Так, ребят, это важно. Скажите, вот книжка «Путь в Махабре», которую я сейчас нашел, это есть тот самый телепорт, которым я могу воспользоваться для того, чтобы вытащить меч? Анатомию, спасибо. Ничего, жаль. Так, ребятушки, знаете, что я думаю? Я думаю, что я сейчас просто сохранюсь тут где-нибудь. Потому что до ближайшего сейва мы уже очень далеко прошли. Ну, относительно, конечно, далеко. И до ближайшего сейва нам тоже далековато. Поэтому, братство... Давайте сделаем такую штуку. Я сейчас, наверное, использую свиток. Не очень хочу это делать. Но мне их два. Поэтому я могу одним пожертвовать. Давайте просветлимся. Вот. На этом... Слегка голодно, ладно. Вот сюда вот. Как раз хорошо. Когда мы за Дарс ходили вместо сейва с Дарс. Эта серия, опять же, будет немножечко поменьше. Насчет расписания мы с вами немножко обсудили. Ну, мы с вами, я вам сказал то, что я думаю. Следующая серия будет в субботу, и потом, наверное, дальнейшее прохождение Fear and Hunger, ну, по крайней мере, первой части, у нас будет продолжаться по субботам. Насчет второй, когда она выйдет, прохождение, естественно, будет, и это будет уже отдельная тема. А на ежедневные прохождения мы с вами поставим сейчас, наверное, какой-нибудь другой проект. У меня в очереди стоят несколько игрушек. Я сейчас что-нибудь подберу. Вот. А что мы будем делать уже с другой игрой, мы поговорим об этом уже в другой игре. А на этом спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.